Пойди завяжем волоком. А, он немножко низковат, блин. Высокий бы подошел бы как раз. Ну, получается, это и высокий. И даже два ящика подошло бы. Чтобы он за второй. Ну, не вся там не входит. Мы там можем трошки вырезать. Сейчас. Оно так тоді придержит, да? Мы там уже начали куржить, а я его тоді оце постараюсь обрезать тут. Сейчас, пробуем. Зачем ехать? Дышим ящик. Еще один поставить здесь, да? На него. Ну, не, ну не найду. Тут надо якось. Я так рассчитываю, что трохи, бачите, по центрах получимся ширше. Может по диагонали поместиться. Ну по диагонали, но двух. Ну хіба що вести дома там розміщати. Так наклонить тоді, може, чуть-чуть. Можна. Типа стояком его, чтобы поставить потом. Нет, так не получается тоже. Ну туда. Нет, если его вот так. Стояком, но это на двух ящиках сейчас, так он не поместится все равно. Не входа, наверное. Мешается колода. Так ему. Колоду туда надо. Надо. Отпиливать. Опускать, да. Ну, мы единственное, что можем его обвязать. Итак, притараканить, а там на месте решить? Ну да. Ну там мы это можем любые волоки взять. Чтобы они только не ругались там у нас в машине. Ну, не, ну я же думаю, что... Мы ж пока и до них. Так обвяжем. Вот. Тоже. Ну, они разлезутся, конечно. Чтобы они просто по машине разлезутся будет. Не, мы это, я их планировал отрывать. Ну, ты понял, да? Ну, да. А лысы... Ну, мы можем там завязать, надо скотч взять, чтобы они... Не... Ну, тут же мы закрыем, там у нас лётки закрыты. А если так длинно бревно, его трудно отпилить, они, наверное, довольно тяжело пилиться. Ну, да. Ушковато пилить. Если бы его вдоль так, ну, была бы длинная такая электрическая пила, так бы за 2 секунды. Ну, она пылка даст великий шум. Шум, да. Они могут поступить агрессивно. Разбудить.
Единственное, что можно вот так его сейчас подогнать туда. Вот тех подогнать, да, туда внутрь. Там вроде потихоньку ходит. Правильно, как тихо просто. Ну, пока не ругаемся. Да, вниз, да, мы легко сошли. Все упирается сюда тоже. Ну да, все слышишь. С той стороны набрались. Это мой. Вот тут прям нахуй сейчас оглушил. Да, сверху. Ну, я их вроде бы вижу. Вот так пытаться вылезть. Ну там я не знаю, наверное, придется зарезать там по суп. А так спинку мы не убрем. Вот тут придется. А так их отрезать. Только подобрали. Ну давайте пробуем. Накрыть. Закулявайся, закулявайся потихоньку. А мы пока себя вели. Так, ну что, да. Пока собираемся.